Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня новость для тех, кто ждал ежемесячный ивент. В этот раз он будет стартовать не 1 числа, а 4. И я очень-очень рад, что отсылка пошла именно на Терминатора. Арни засветили на Новый год, пускай не сильно качественно, но засветили. И возможно это был просто разогрев. Так вот, ежемесячный ивент однозначно будет каким-то образом связан с серией фильмов и вообще с историей по Терминатору. Но мало того, что вот это картинка четко стилизована под то, как видит термик все, что его окружает. Ну и плюс еще к тому, то, что написано в самом описании по поводу того, что главному герою необходимо найти себе подходящую одежду и транспорт. Короче говоря, я так понимаю, что ребята-разработчики решили заморочиться и сделать что-то в стиле Терминатора на ежемесячном ивенте. Не удивлюсь, если на этом ивентике будет возможность получить, явно тем, кто задонатит в ивентик, получить по нижней линейке вот эти вот славноизвестные камуфляжики с Арни. Насчет Милы крайне сильно сомневаюсь, а возможно, ребят, возможно, это мое предположение, там будут еще и новые какие-то камуфляжики, связанные конкретно с Терминатором. Это я очень сильно надеюсь. Явно будет аватар, и аватар, скорее всего, будет, я так предполагаю, связан с черепушкой железной Терминатора. Ну, будет смотреться стильно, это, наверное, будет один из немногих аватаров, которые я хотел бы получить себе в коллекцию. Я вообще аватары вообще не воспринимаю, вот полностью, ну никак. Но вот с термином я бы с удовольствием себе заимел, если действительно разработчики решат и решили уже это ввести в игру. Что же касается самого ивента, я буду безумно, ребят, расстроен, если он будет, как обычно, представлять собой в виде машинок, которые там можно будет получить, просто что-то перерисованное. Ну вот типа вот этого вот, допустим, товарища, ну, короче говоря, ребят, ход мысли вы поняли. Я очень-очень сильно хотел бы, чтобы в этом ежемесячном ивенте была какая-то уникальная машина. Машина, которая будет внешне кардинально отличаться от всех остальных. Вот этого товарища. Я не знаю, захотели ли разработчики заморочиться над таким приколом, но очень сильно на это надеюсь. Потому что уникальных машин в игре не так уж и много. Стандартных машин, просто перерисованных, огромное количество. Вот, допустим, тот же Франкенштанг, уникальная машина. Да, сборная солянка с разных транспортных средств, но согласитесь, уникальность в нем есть. Так вот, если разработчики все-таки, слава богу, даст бог, в этом ивенте заморочились, и они туда вставили машину, которая будет еще и иметь отсылку к истории по Терминаторам, я буду безумно счастлив. Я в свое время закатал просто-таки до дыр кассету с Терминатором 2, которая была еще вот в такой вот приблизительно озвучке. Ну и потом получил себе лицензионную кассету на Новый год в виде подарка и был настолько счастлив, вы себе не представляете. Напишите, кстати, свое мнение по поводу фильма Терминатор. Считаете ли вы этот фильм культовым? Ну и на всякий случай, ребят, напишите, какого вы года рождения, чтобы понимать. Если в комментарии написано, что Терминатор 2 вы не понимаете, ну, соответственно, будет все ясно. А на данный момент, ребят, у меня все. Ждем ивентика, потираем руки, ну и готовимся к лучшему. Всех благ, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.